меня стекло разбито. Там на стене правила, там написано, мы не отвечаем. Мне плевать на разбитое окно, Чак. В салоне был и рюкзак. Тогда мы забирали, не было. Заполните бумаги. А я вас знаю. Да, вы тут работали, когда я устроилась. Точно. Вы не вызовете мне такси? Боюсь, нет. Доктор Танкреди, я желаю вам удачи. Сара Танкреди. Простите, вы можете хранить молчание. Руки за спину, пожалуйста. Если у вас есть вопросы, я всегда готова. Мисс Танкреди, из уважения к вашему отцу, я повторю просьбу. К отцу? Думаю, скандал огорчил бы его. У вас есть право ничего не говорить без адвоката. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Вы можете требовать присутствия адвоката при допросах. Кэролин, ее увозят. Конечно, буду присматривать.